Рост не ниже 170 сантиметров, возраст от 18 до 27 лет. Молодые, высокие и стройные сочинки собрались в Хостинском доме культуры. Кроме стандартных требований, жюри учитывает опыт аналогичной работы волонтерами на Олимпиаде или Формуле-1, а также знания английского языка. В первом этапе кастинга приняли участие 27 девушек, но для хоровых игр отберут лишь 9 для работы на церемониях награждения. По словам руководителя оперативного штаба по подготовке к мероприятию, волонтеры получают не только впечатление от работы в центре событий, но и уникальный опыт. В первую очередь это даст городу то, что она представляет лицо города. А если это международное событие, то она представляет лицо России. То в дальнейшем, безусловно, при различных трудоустройствах, а возможно по данному даже направлению, по направлению моделей, то, конечно, у нее уже будет такой пул за спиной, который дает возможности дальше продвигаться. Всемирные игры соберут на курорте 12 тысяч ведущих исполнителей хорового пения со всех континентов. 10 дней на лучших концертных площадках Сочи будут соревноваться 283 хора из 36 стран. Из них 163 иностранные и 120 российские коллективы. Сейчас в Сочи идут последние приготовления к грандиозному событию. Кстати, этот праздник не только для артистов. Многочисленные открытые площадки могут посетить жители и гости Сочи. Отсмотреть претенденток и определиться с выбором жюри должно в ближайшие дни. Открытие хоровой олимпиады состоится уже 6 июля.